Всем привет! Сегодня буду рассказывать об одной программе, которая называется Win10, прототипная. То же самое десятка, только она на флешке. Она нужна для чего? Для того, чтобы извлекать документы, работать на этой десятке. Потом можно делать на ней, ремонтировать, поправлять. Очень-очень много возможностей на этой системе можно делать, но она будет у вас только на флешке. У кого жесткого диска нету, сходите к соседям, скачайте ее. Будете то же самое полноценно работать, то же самое и в игры играть. И, ну, в принципе, все, что можно сделать, это не покупать, например, телобайт там CD, SSD диски, например, покупать не надо, они стоят там 3-4 тысячи. Ну, будет в простая флешка, у вас там D-диск останется, например, если там сколько места останется, можете там работать, документы создавать. Ну, в принципе, все. Загружать ее можно лучше всего на Рутусе. Почему? Потому что она будет у вас распакованная, ну, как бы распакованном виде будет, и у вас она будет, если вы будете на своем компьютере работать, то можете на своем, если компьютере, просто-напросто можете драйвера загрузить, ну, все, что можно загрузить, оно простой, полноценный, как бы семерки и десятки, ну, вот эта десятка, можете скачать с интернета, поискать. Ну, это, конечно, ваши вопросы, ваши дела. Потом, что вы можете туда программу загрузить, загрузить все драйвера, ну, то же самое, как вот сейчас у меня десятка, то же самое будет она у вас работать, и полностью обмены, и браузеры, все можно сделать. Потом, не только что можете документы вытащить, и ваша система как бы слетела, и не можете ее восстановить, она у вас синий экран, там улыбка, там, как всегда, идиотская будет у вас. Восстановление не подлежит, там все остальное. Просто поставите флешку, будете работать. И то же самое в любом офисе, можете ни хрена их систему не запускать, можете ходить проверять, делать жесткие диски. Короче, кого-то у половины хлеб забираю, просто-напросто, проще сказать. Так, запускаем вот эту систему. 86 или 64, но я пока 64 скину, там сможете сами скачать, желание есть. Так, это что, это не та система. Что-то я разговаривал с вами. Вот, WinP. Выбираем. Ставим. А, забыл флешку поставить. О, блин. Ну вот она флешка, лучше всего 64 гига, 32 гига поставить, и она оперативная система 20 гигабайт на диске, на флешке тоже 2, ну короче, толку не будет, просто та же будет, как для работы, это прототипная будет. Здесь делаете то же самое, она автоматически, GTR не надо, если на GTR у вас работает старая система, что это значит, сможете на GTR ставить. Так, у меня на флешке есть, будет следующее видео, естественно, покажем. Так, дальше. Также самое, можно мультизагрузочную флешку сделать, но на этой флешке вы ничего не можете сделать, драйвера не сделать, только чисто проверять компьютеры. Просто проверять компьютеры. Естественно, должны знать те, кто ремонтирует компьютеры. С этой флешки, что вот это вот сейчас запускаю, она, чтобы достать ваши установить систему, установить, короче, это стоит деньги просто-напросто. А так мы можем полноценно сами все вытащить, все сами сделать. Добавляете, берете скачанную систему, естественно, Win10, вот, делаем далее, находим. Вот у меня ISO все подготовлено, естественно, для работы. Открываем. Добавляем. Ну, естественно, запускаем. Здесь проверяем, естественно. 32, 64, значит, 64 база и 4096.
и все. И запускаем, поехали. Еще раз повторяю, только для подписчиков. Следующее видео пойдет сразу же.